Струнные, духовые, глиняные, инструменты из бересты. Здесь и шаманские бубины, волынки и кантели. Всего около 50 инструментов. На таких испокон веков играют музыканты прибалтийско-финских народов, а изготовили их карельские мастера. Вот этот инструмент делался, конечно, в течение часа, потому что снималась береста, время сокодвижения. Скручивался рог просто все. Выставка проводится в рамках межрегионального творческого проекта «Мастерская будущего финно-угорской молодежи». Открытие экспозиции – лишь первый этап. С 18 мая в различных мастерских Петрозаводска можно будет наблюдать за процессом изготовления музыкальных инструментов. Поучиться у карельских мастеров приедут и гости из Тверской, Вологодской и Ленинградской областей. Многие музыканты, многие люди сейчас играют в ансамблях, молодые люди. Вот. Им требуется традиционные инструменты, на которые бы играли постоянно, стабильно и стройно. Главный интерес, как сделать инструмент таким образом, чтобы он отражал и традицию, и внешне, и звуком, но в то же время был стабилен в игре. Как надеются организаторы, проект поможет возродить традиции изготовления музыкальных инструментов в регионах России, а значит, появятся новые творческие народные коллективы. Эльзина Егорова, Роман Савич, Вести Карелия, Петрозаводск.